В целом же главный одесский праздник, 226-й день рождения города-героя, прошел без особых изысков. Стандартная привычная программа с дежурными фразами от городского руководства, помноженная на предвыборный антураж. Минимум людей, практически полное отсутствие почетных гостей. Что, впрочем, частично можно оправдать непростой эпидситуацией. Зато мэрия решила не отменять вечерний гала-концерт, что, наоборот, может стать причиной вспышки коронавируса в Одессе. Напомню, одесский регион в последние дни бьет антирекорды по количеству инфицированных. И вечернее гала-шоу, инициированное городскими властями, может добавить головной боли нашим врачам.